Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun men nihoyat xursandman. Moskvaning Davlat lingvistik universitetida o'zbek tili kafedrasi ochildi. Bu kafedra ochilishiga bizning istiqbolat fondimiz o'zining hissasini qo'shganligi uchun men juda ham faxrlanaman. Поздравляю. География и специализация этих компаний растет. Поэтому я надеюсь, я присоединяюсь к тем словам, которые были сказаны в части расширения кафедры. Я уверен, что на десятилетие открытия сегодняшнего центра мы тоже будем присутствовать. Я надеюсь, что это будет уже состав многократно больше нас будет. И достижения за 10 лет, которые удастся добиться, я думаю, всех нас впечатляют. Поэтому сейчас вот технологии позволяют сохранить эти записи. Уверен, что через 10 лет уровень влияния узбекского языка в Российской Федерации будет многократно больше, чем сейчас. Еще раз всем спасибо за внимание.